когда босса будут уводить к стенке, бьют, и фан, он не подводится никогда к стенке. Сейчас я покажу, куда. Релок делал. Я выкинул, захожу тут. Угу. Вот. Когда выходит красный, вот здесь будет, допустим, проф стоять. Вы вводите его всегда вот так вот вокруг профа. Но если профа повели сюда, вот в эту зону, сюда не подбегайте ни в коем случае, здесь будут колбы. А и также вот, вот в эту часть всегда не забегаете. Так, потом будет начинается третья фаза. На третьей фазе тоже всегда бегаете в квадратики. Квадратики, ну, именно во мне. По СС-ам я сказал, как раздать. Первый диван отдаст Вакати, второй Мейлик. Дадим Геру, убьем босса. Все, запомните, здесь главное убивать слизняков. Одного слизняка мы убиваем сразу. Милики все в одной точке. Ни в коем случае милики не должны улетать назад, когда зеленого бьем. И бежать раньше. Пока он не выбрал цель, милики никогда не бегут. Ни к зеленому, ни к красному. А красного сразу РДшники свечиваются. Человек, которого он выбрал, бегает вокруг профа. Все, Петя, бери фласку, джипси кидай мне тоже флаской. Пейте масло. Фласка. У меня еще вчерашняя здесь висит фласка. Все, окей, кушайте тогда рыбу. Так, ого. У меня. У Сацуны. Угу. У Древен спехни здесь демона, вот твой демон очень много дает. Вот прям. Так, там на пейте рыбу на метку. Сейчас встану. Петя, и на всякий случай, вон вам еще троянский будет. Давай, ему ромбик. Все, готовность на пол. Готовность на пол. Пуляем только по слову пул. Все РДшники в квадратик уже стали. Но мы без демона, если что. Блять, я припот нажал. Сейчас подожду, пока припот откатится. Ладно, похуй, без него. А, тут ты вылетаешь. Ты обнову скачал? Ты обнову скачал? Да. Давай перезапущу. Было время этим заниматься. Смотрите, босса не запульте. Ребят, кто-нибудь может припотов продать? Что? Кстати, минусануть за предыдущего босса забыли, за пул несанкционированный. А, минусани на Йоми. Минус миллион? Не, минус 300, да. Нет, подожди, не минус 300, минус 100. Наш никого не вайпнул. Вайпнул еще кого-нибудь, минус 0, минус 300. Я обновился, нормально должен быть. Все, давайте все в квадрат, готовность еще раз на пол, как раз у меня припот отключился. Джан, Гламур, Ворну. Маша. Мария. Все, на первой секунде пьете припот, на слове пол пуляете. Раньше никто не пуляет. Скоро в нас полетит Кова. Перебежим немножко. Лечело, перебежали за квадратом. Маха, не забывай их хотать. Кто микрофон, блядь? Не знаю. Свичнули все из зеленого. Милики все уже бьют его в лицо, в одной точке. Марухич, ты что там делал? Сбежались к Марухичу быстрее. Сбежали всех подряд ко мне. На меня. Милики отбежали. К Марухичу, к Гламуру точнее, подбежали. Нормально. Все, играем по профу. Ебать, чего отбежал. Сейчас будет красный появится. СРДшники сразу свечаются в красного. Сыграли все по красному. Врашка побежал вот возле этого бега. Милику тоже идите бейте сразу. Это скоро вторая фаза. Не переведите босса, идите бейте. Красного. Молодец, Врашка. Перевели босса, 2% осталось. РДшники всегда бегают в одном месте со мной. Привет.
Сейчас хочу урон играть. Я только вначале дам прилив сил, скажу когда. Смотрите, сейчас пельмени добавятся, перебежали. Печеньку. Закидывается. Колбы появились, лицо только бьете. Вершон. Стали пока в квадрате, все РДФники. Скоро будем перебегать в печенье. Когда появятся зеленые. Сыграли по зеленым. Блять, я завис. Перебежали в печеньку перебежали все. Играем по зеленому. Милики, не сбегайтесь пока, прохил милика. Саня, когда в миликов будет врезаться перед первым врезанием, лучше нажимай массакру. На следующий, ты первый. Добили просто его. Браску не Эрин, он завис. Я без него. Пельмени. Пельмени летит, блядь, честь. Сам был. Красный появился. Смотрите, там ГРДДшники, которые стоят рядом, отбегите. Квадрат ближе. Сыграли по красному все. В Акачи. Бегай вокруг профажами. Пельмень летит. Перебежали в печеньку. Браска, ты отлагал или нет? Квадратик сбежались. Перебежали в печеньку. Милики залу. Блять, нажмите два сейва, летит в пельмени в эту точку. Нормально, отличие пельмени. Ко мне никто не прибегает пока. Сбежались все к черепу. Добили. Сейчас просто подведите, все добейте. Скоро красный будет появляться. Играем по профу. Пока. Сбежали с лужи. Печеньку подбежали. Печеньку... Нет, квадрат летит. Нормально, с квадрата убежали. Играем по профу пока. Играли по красному. Троянский. Видите, рано бежите, бить. Есть пока своя. Играем по профу. Убежали все в квадратик. Летят пельмени в печеньку. Все сбежали в квадратик РДДшники. Милики, пока можете тоже к РДДшникам отойти. Там уже. Давайте. Все, играем. Сбежались ближе к уне все. Хорошо. После этого летят пельмени в уну. Смотрите, нужно будет аккуратно. В уну никто не подбегает, там пельмени летят. Добили. Хорошо. Блять, огонёк. Давай БР по женьку. Маха, и рибаху. Красный выходит. Ну? Красный сыграли. Женёк, вставай, если есть. Определённо. Летит пельмени в сосуне. Женёк, вставай, ну. Или ты его не рибал? Он устал, а лежит. Перебежали, в печеньку перебежали, там летит пельмень. Блять, больно было. Он туда и туда. Так, перебежали к сосуну, сбежались быстрее. Сейф какой-нибудь, хорошо. Нажал. О, ну бета-тестер, ёбана! Стой, типа, не сбивай. Почему? Там стоял, блин. Зайдите в лужу все.
Среди чего? Уже... Да, минус ХП. Человечков не хватило, чтобы прижить. Так, да, надо больше миликов. И Женьку тоже минус, нити. Эрари, заходи вместо Враски. Даня. Можно. Стали, побежали бить. Нормально. Летает всего просто. Ой, блин. Еще раз. Че бьет обамбу? Скусните твою голову. Когда вас откинуло первый раз, вы должны как можно дальше отбежать от зеленого. Если выберет вот сейчас хотя бы этот тестер, выбрала цель или в качестве цели, мы не успели к тебе сбежаться. Вообще беги в кучу всегда. Че ты стоял на месте? Смотрел, блин, на это. Беги ко всем. Да меня откинуло, потому что криво, потому что его повели как-то вообще не туда. Значит, мы... нет, откинуло тебя криво, потому что ты криво стоял, по-любому. Надо только поэтому. Ориентируйся на челика, которого в цель выбирают. Его вставай. Да я побежал, получается, и я не успевал, я блинканулся и откинуло. И все. Я там оказался просто стоял. Потом... Ты просто потом стоял, не бежал. Надо тебя откинуло, он выбирает следующую цель. Ты должен сбегаться к людям всегда. Так я бежал, я от стола бежал к вам, и вот. Попал. Не к нам ты бежал, ты в сторону проха бежал. Саня, мы красноязычие даем на зеленого? Не работает на него красноязычие, на него плюет. У него маны нет. Нет, а красноязычие же замедляет каст. У него маны нет, у него не должно работать красноязычие. Он работает, кидайте. Работает? Угу. Ну кидайте. Ну кидайте, Джанг, давай ты кидайте. У меня зависло сейчас. Там бой в ЦЛК идет или нет? Нет. Нет. Ой, нет, но тебя заменили. Мне реснуться надо, я понимаю. Да подожди пока, сейчас пойдем добьем потом. Тех с этого босса, насколько я помню, на ханта там ничего не падает. Мы, кстати, без демона били. Блять, ну Будрэйвен, прыгни ты в демона, ебана. Ну, ты что очень много даешь демону. Ну тогда она заменила, а не хочет демона. Что-то вот как-то весело. А, Лёня, ты если кто заходит, тоже выдает. Я не помню. Джанг, Лёня, пойдем такой пачкой. Будет больше миликов, больше танцев то выглядеть. Лёня, ты тактику понял с прошлого раза или нет? Да. Ну, посмотрим. Что там по минусам? Не давали? Я не видел, где Оглс. Войт минус Женьку. Он сдох. И минус бета-тестер. Бета-тестер минус 500, он вайп, мама. Я, кстати, по поводу косноязычия это говорил на личи кидать перед осквернением. А Петя говорит, что если маны нет то у босса, то он типа не работает. Ну так не должно работать. Этот, механика на маны. На X2 точно работало. Ладно. Ставьте шкаф Ю и Джанка за сумоньте и погнали. Нормально, всего хватает, абсолютно всего хватает. Перевели бы сейчас и убили бы. Что-то какое-то ИП странное. Одному 100, второму 500. 500 за вайп, да. Один сдох просто, а второй нас убил. Разницу чувствуешь? То есть если бы ДТ-тестер нас не убил, мы бы его убили бы. С первого трава. Скорее всего. Там в правилах, конечно, поэтому... там есть типа раздел, типа смерть по своей вине. У него одного повисло. И так далее. Да, можно тебя заменить, Джан, если... Ну, замени пока, потому что хрень какая-то. Давай, Враска, заходи ты. Так у меня тоже повисло на боссе, блин. Давайте всех заменим, и не убьем его. У нас так ДПС типа впритык хватает. Сейчас больше здесь будет демон. Приоритетный. Демона посмотрим, который должен быть. Жан, ты зашел или нет? Ну, хотя Враска. Враска тоже нормально дамажит. Ну, зайти зашел, не знаю, выкинь сейчас. Попробуй обновиться пойти. Сейчас мы... Закрой в трее этот лаунчер и запусти заново. Мне так помогло обновиться. Сейчас попробуем. Все, давайте кушать рыбу будем блять. Рибаф, пристабафа не хватает. Лапка. Готовность на пол.
готовность просто. А кто демон-то? Кудрейн. Ага, все, понял. Блять, у Будрэйвена долгонок есть, ёбана. Нет, мы прошла и дальше. Корву. Еще раз, готовность. Мы прошла и дальше до Лорел. Будрэйвен. Вот, включи стрим. Пойду в кровати валяться на тот раз. Пока все равно не нужен. Войт. Ой, не Войт, Будрэйвен. Есть? Что не хватает? Начинаем? Он АФК. Нет, не АФК. Что там? Готов? Нет. Напиши плюс, если готов. Будрэйвен. Ну понятно, ну так ты готов или нет сейчас? Да, отлично. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот. Полетела хваска, в нас отбирали. РДС. Ну вот без демона у нас было 91%. Больше урона стало. Милики, не подбегайте к зеленому, к РДшникам подбежали. Назад убежали к Троянскому все. Как откинет, сбежались в центр, там все, кто в центре стоят. Нормально. 6%. После того, как выберет цель, пойдем все красного бить. Не перевести. Стоп урон по Турофу. ИГРДшники по красному. Кадама побежал. Играй, пошли милики бить тоже. Выбежали, уже прилетело. Перевели профа 2%. РДшники дальше квадратик. Все. Что-то я ничего не чувствую. Саня, после прилива сил можешь ПС вызвать. Выбежали в печеньку. Печеньки пока. Приготовьтесь в квадратик перебегать, скоро будем. Сейчас полетит. Перебежали. Сейф отдайте какой-нибудь. Да. Не сбегайтесь, милики, не бегите. Кону подошли, все ближе. Добили. Милики, не играйте только так рисково. Квадратик стали все РДшники. Красного приготовились, свечатся, перебежали в печеньку. Играли по красному. Гомур побежал. После профа бегай. Перебежали в квадратик снова РДД. Блять. Мах. Она бывает. Нету, да? Перебежали опять в печеньку. Блядь, сбежались.
Отошли назад немного. Тузы. Не стой, бы ты тестер станешь после. Сбежали с центра. Да, видит крюка. Добили. Хорошо. Бета-тестер ствай. Дебафните бета-тестера. Здорово. Привет. Квадратик прибежали. Сыграли по красному. Перебежали к печеньку. Я, короче, справа побегу, там уже. Повара прохильте. Давай. Деньги стоим. Перебежали в квадратик. Блядь. Кто-то в квадратике стоял, когда мы все в печеньке должны были стоять. Полинор разбежались. О, шейвы, отдавайте все, которые есть. Ну, блядь, ну... Чё ты там стоял отдельно? Ну, ёбаный, ну... А я набегал. Встанет после лужи, сейчас после того, как взорвется, вообще не вставай, подожди. Добьем этого. Добили. А, он слишком быстро. Вставай, вставай. Пельмени. Ну, ладно, нету. Сразу после пельменя, как это идет, закастуй его одним на ману. Мы перебежали в квадрате. Летит, лужа летит. Сыграли по красному. Перебежали, у пельмени летит в квадратик. Немножко левее перебежали с ним. Блять, еще 10%. Сань, поездка. Квадратики пока стоим. Приготовьтесь, скоро будем печеньку перебегать. Что, пока все в квадратике разбегают. Сейчас прилетит пельмень, будет. Перебежали все в квадратик. Сука. Пизда ему. Ладно, минус мне. Падать. Минус Марь. Диспельте, пожалуйста. За диспельте этого. Дай мне минус 500. Чего? А, падает. Да, да. А вот с этим да новым обновлением диваны откатывает после вайпа? А Маша сколько? 100 или сколько? А, Маша 100, да, мне минус 500. Джанг, ты там пофиксил проблему свою? Джанг. Мячик пришел как раз. Угу. Заходите. Смотрите, ребята, как все работает. Включайте голову, блин, быстрее немножко. Ладно, буду заранее говорить. Там перед тем, как выбирает цель, мы должны все в одной точке стоять. Перед тем, как выбирает цель, он кидает пельмени. То есть под конец каста мы должны уже начинать перебегать. Ну, то есть под конец начала каста перебегаете сразу метку. Я бы запоздно сказал. Просто. И вообще разряжены стоят для того, чтобы пельмени летели в разные точки. И когда слизи не убирают, у тебя не было три пельмени слизи или две лужи слизи. Стоят разряжены всегда на. Если все будут выбегать вовремя, никакого не будет. Можем разряжены стоять. Ну, но потом все равно вероятность есть. По фактически разряжены стоят. Смотря по какой, в прошлый раз же вместе стояли. По стандартной, которую писали, когда вышли в дом. Говорю, можно так делать, можно... Ладно, разряжено будет проще, сохранилось, ну, давай. В гере вообще три слизни, тут два слизни и две полбы лужи, с лужами летят. В гере совершенно другая тактика, там два слизня, а не три. За один раз выходит. Если три слизня выйдет за... Ну, если три слизня выйдет, ты можешь сказать, уже упал. Можно сказать вайп. Поэтому там два слизня на переход.
Я говорю про пельмени, которые в воздухе летают, типа их там три летят, здесь две. Ну, это да. А можно резнуть, пожалуйста? Данг, ты здесь? Короче, стоят на РНЖ, чтобы лужи в одно место не летели, и пельмени в одно место не летели. А на цель зеленого просто сбегаются, и все. Вот так вот не бегают пачками здесь. Это хуйня какая-то. Не знаю, кто это придумал. Я тебе еще раз говорю. Я всегда так убивал. Если мы все в куче будем стоять, все пельмени в одно место прилетят. И мы отойдем в сторонку и все. И не нужно будет гадать, куда они. Ты видел сейчас зеленого, зеленый выбрал челика, надо в него сбежаться. И туда же в зеленого летят. Все, что он просто не побежал вовремя. Если бы он чуть-чуть хотя бы сдвинулся, он бы выжил. Я просто тут он не среагировал. Он не среагировал. Короче, Войк, ты будешь сейчас время всех тратить или что? Я ничего рассказываю. Не знаю. Ну и что? Давай, ставим рыбу. Фласка на один пул как раз, давай, надо торопиться. Давай, Дексиона, Троянский, что вы там делаете? Ставьте шкаф Троянского, Дексиону сун. Да есть рекаут на пол экрана. Ганг, у тебя фласка выпита? Да, 12 минут еще. Давай, Враска, офни персонажа, тебе тут ничего не надо, джанг в рейд. Смони быстро джанг. Женек надо, Женьку выйти. Сука. Да, можно, Враска, иди, Женек, иди. Я готов с собой зайти. Что это делать, я офаю или что, или нет? Не, не офаю, все, Женек, давай. Дексиона, ну, занимай сум. Переполнено. Женёк, что здесь? Джан. Он ещё раз Дексион. Он написал Билл. Он здесь ещё. Кулачок пожрёшь, да? Слушайте рыбу. Слушайте. Рыбу быстро, быстро попасть в его где. И готовность. Если все готовы будут, нажмут. Буду давать их счет. Все, все готовы, поехали. Сейчас полетит колба в нас в квадратик, приготовили, перебегаете. Полетели, перебежали, немножко правее. Вот, следите просто за игрой и все. Никто не будет получать урон, можно вместе бегать. Сань, давай поехали. Перебежали туда ко всем, к печеньке, они в печеньке стоят. Вот хрен. Никто не бежит на шлезнюках. Ты перебегаешь, в центр вбегаете. Да, на гламура идет. Нажми Саня массакру. А выбегали с хуже. Стопнули. Можете подбить профа до 82% и стопнули. Дотки даже будут. По красному играем, милики пока не идут. Гламур побежал, милики последний тоже. Вы перебежали РДЗшники. Либо левее, либо правее. Перевели профа. 2%. Ну, кто-нибудь обратил внимание, работает эта херня или нет? Косноязычие. Работает. Играем по профу пока. Его вроде не вешал никто. Перебежали в печеньку. Летит в квадрат. Хуй там летит, приятель. Вот, понятно. Бегайте вместе, короче.
Сейчас пол рейда в печеньке, пол рейда в квадрате. Печеньку все подбегите, да идите там. Приготовились перебегать. Перебежали все в квадрат. Сейчас полетит в печеньку. И ближе бежали к берегу. Ой, блядь. Надо разрозненно стоять сами. Бищи, нахуй. Ёбаный в рот. Да потому что, сука, ну вот что сложно стать в одну метку во всех? Так а вы сейчас где стояли? В разных? Вы сейчас в одной стояли. Да. Один... Нихуя, вот один человек здесь стоял, блядь, где-то слева. Вы все стояли в челике, в которого идет зеленый. И все словили два пеленения, блядь. Сука. Я сказал заранее перебегать, то есть можно было успеть перебежать. Да. Чуть-чуть, просто из-за того, что челик стоял вот здесь, немножко левее. В него и полетело печенье. Так, Сань, в меня полетело, я начал отбегать, меня выбрало и в меня сразу кинуло. Давайте ну, разок тактику просто прочитаем, блядь, нахуй, ну, ебетесь, блядь. Хорошо, хорошо. Это рандомная давай, херня. Ну... Просто любой сайт открой, прочитай просто вторую фазу и все. Ой, бля, хорошо, давай. Не открыть, что ли? Булдрайвен, ну вот это вот. Ой, ты можешь сразу выкинуть все эти сайты, потому что ни один сайт не пишет тебе гайдов для Сируса, где с каждым сервером тайминги нахуй ломаются. Здесь другая ситуация. Красноярск, короче, ну, не стоит вообще будет кидать на зеленого. Сейчас я навесил на него Красноярск до каста. Получилось так, то, что пельмени прилетели в метку. А когда без Красноярца, то долетает Слизнюк и выкидывает нас из-под пельменя. Да, да. Надо определиться, мы продаем челика, если в него летят пельмени, либо не продаем. Не, просто не такой ситуации не будет. Просто, ну, Красноярц на зеленого не будет кидаться и все. А смысл вообще от Красноярца? Так до этого никто его и не кидал, и так же летело в еблало. Да не так же летело, мы же прошлый нас откидывало, сто раз откидывало от пельменей. Короче, нет, ладно. Разница в том, что первый каст, первую цель, которую он выбирает, ну, дольше выбирает и совпадает с таймингом пельменей. Ты предлагаешь скидать Красноярск после первого каста, да? Как говорили, да, потому что мы и так в куче стоим, и там уже никак мы не передвинемся из-под пельменей, там уже надо быстро добить. Во время каста уже можно кидать, потому что... Он уже начал кашлять. Нет. Ой, блин. Женя. Да ладно. А можно... Это термин за фласками. За фласками. СПДшные мне и мои лику. Вакачи и Пахован, заходите. Потом ДДшный дает. ДДшная Сацуна дает. Да вы задрали АФК, честное слово, ну блин, ну один трай АФК, один трай АФК. Вы за такой минус ЕП шить начинать уже. Так это не будем сейчас минус ЕП. Правее, если что, убегаем все. Чуть-чуть от лужи в начале. Скоро будет лужа, приготовьтесь побегать правее. Побежали. А не ФСку закинуть. Играем по зеленому все. Мелики в лицо вам бьют. Показывает, у меня цель на кого идет. На Яме. Нет, ДБМ сломался. Не сбегайтесь, Мелик. Таянский. А нахуй это озвучился? Побили, развязались службы.
Мало ли кому, кто не видит. Бьем босса. Переводим. Переводим, переводим. Он цель не успеет его спить. У вас красный ушел. Сейчас он не успеет цель. Поменяет ее. Как только выйдешь из стана, плюнь еще раз в облак. Плюну, плюну. Сейчас по красному все играем и в квадратике находимся. Он заново будет цель выбирать. Нет, шнурки бежит. Галя, смотри аккуратно. Мне вообще ДБМ не показывает. Марухич. Перебежали. Десни. Мне на Галю показывает. Стойте, печеньки, сейчас все РДДшники. Перебежали в квадратик. Видите, как тело уже. Не успел сказать. Сами среагируйте. Дальше, если что, левее будем убегать просто. Левее, перебежали, левее. Все, тут и стоим. По зеленому играем. Милики. Отбежали все назад, сейчас полетят пельмени. Нет, ладно. Летят после колбы. Нас откинет нормально. К столу. К столу сейчас все ближе. Добили просто. Сейчас в печеньку сместили. Либо в квадратик давай. Или далеко в печеньку бежать. Откуда здесь нужно, блядь? Ёб твою мать. Кто там был, знаешь. Вот так работает. Красный вышел. Перебежали в печеньку. По красному играем. Не знаю, кого там идет. Блять. Либо Бермова. Малинок. Маша Бермовара. Ему Инер сразу. Вы там не в печеньке. Пойдите, встаньте в печеньку. Сейчас будет пельмени. Приготовьтесь в квадрат перебегать. Перебежали в квадрат. Быстрее. Скоро будет зеленый. Играем. Милики пошли бить зеленого. В лицо только. Четыречка ко всем. Играем. Должны добить. Отлично. И сразу убежали, пельмени летят. Смотрите влево-право. Главное, вперед не бегите, то непонятно, куда они летят. В квадратик стали все. Еще 20%. Красный появился, скоро кого-то выберет. Если меня выберет, то скажите, я ДБМ хуёво работал. По красному играем. Перебежали печеньки. Руки. Окей. Пельмень. Один пельмень в печеньку летит, еще правее перебегите. Тоня, блядь, прям на этот... Молодец. И пельмени по буквам. Ну, так водите. Это жопа так кривая, по сути. Перебежали в квадратик. Скоро будет... Приготовьте перебегать в печеньку. Перебежали в печеньку, быстрее, быстрее, быстрее. О, молодцы. Миленькие к РДДшникам подбежали. РДшники добили, милики, идите в напрофа сразу. Бежали в печеньку. Печенька... Блядь. В квадратик перебежали. Квадратик. Отлично, играем пока по профу. Сейчас его перевести ни в коем случае нельзя. Будем... Так, обратно в печеньку. Все, стоп по профу, все ДПС. Ждем, пока выберется, милики, идите, побежал там кто-то. Не видит. СС закастуйте, не забудьте. Антоэска, хватит. Пельмени. Перебежали пельмени, в квадратик перебежали. Алло, миленький. Алло. Перевели профа. 2%, переводим быстрее. Влились. Все, РДшники сейчас всегда во мне бегают.
Геру как только встанем. СС, да. Давай, Будрейвен, Вакачи, там, Джанг, Майлик, Эмобой, Ону, Дексиона, Пасасуны. Или, ну ладно, блядь. Ладно, дали, Сасуны дали, Ону дали. Все, извиняюсь, я это не буду мешать вам. На Вакачи бегать. Нету. Есть. На Вакачи закастуйте. И на Майлике нет. Скорее всего, бафов просто не видно. Есть, на Вакачи пришел. Геру, дайте. Колбы полетели, не проверь немножко. Идите все вместе, стойте, сейчас все засрет нам. Отбежали. Назад. Алло, блин, кто там стоит? Джан, что ты там стоишь? Все вместе бегаем всегда. Пачка РДДшник. Скоро будут колбы. Там лицо смотрите, уже блин. Назад отошли, больше. Летят колбы и пельмени. Все вместе со слизнем. Вон квадратик стоит на... Там, 400 на Юи. По Юи, давай Вакачи БР. Не БР этот. Давай сразу. Ребахните Вакачи. Сань, ПСК. Ну, отводи, хули. Отошли немножко назад. А то сейчас уже доставать будет. Отбежали еще назад, РДДшники. Когда Майлик встанет, дадим где вторую Геру, пока еще не будем. Сань, ПСК. Отбежали, Будрейвен. Хлован 4, давай. И вставай сразу. Геру дали, ребахнули его. Отбежали назад, все РДДшники, быстрее. Пельменники. Левее РДДшники, за лужу встаньте, вы сейчас просто проход перекроете. Да, поэтому не стойте перед проходом. Босса, отбежали назад немножко. Добили босса. Колба. Смотрите, печеньки. Хуета. Пельмешка несут. Опять пояс выпал. Не, пояса не было у нас в этот раз, нет? Опять не те печеньки упали. Пояса не было, да. Так это поездка. Это рыба. Это бес, наверное, друг пояс. Место на поясах будет. А, то у кого-то просто сумки выпало. Чё там кто говорит, вообще непонятно. Чё у тебя с Михаилом? А, я просто на ногте. Место на принцессах есть. Чё? Место на принцессах спрашивает. Да, найдем. Ну, конечно, найдем, если надо. Только тебя ты подделай нормальный какой-нибудь, там тебя вообще прям не слышно ни хрена. Да я на ноуте валяю, сейчас на компа сяду. Да, парня. Я половину не понял. Токен. 700. Воин, охотник, шаман. Мне Гламур 1000. Токены все, и больше не надо. Полинор 1500. Кадама 2. Кадама 2. Раз. Кадама 2. 2. Кадама 2. 2,5 полинор. Давайте быстро. После принтов сразу Лана, Лана или Валя? Лана. Лана. У меня полчаса, ну, точнее 40 минут. Ну, значит, Валя. Хорошо. Давай, Кадама 3000. Кадама 3000. Раз. Я минус. Я пока на уступление. Я минус иду. Написал там. Кадама 3-2, Кадама 3-3. Отнимай минус 3 Кадами. Еще один токен ДКшный. 750 троянский, да. А если... Ладно, ДС котецкий. Где ты? 750 в толпе. 750 раз, 752, 753. Кидаешь. Это ж минималка, я надеюсь, или я вам просто много дал? Нет, все нормально. Минус 750. Да. Я дико извиняюсь, а что у меня в звании гильдии написано дворник? Значит, ты больше... Не знаю, кто тебя... Не знаю, кто тебя по факту называет. Я просто кто-то назначу дворником. Да похер, какая разница. Хочешь, я ставлю другую. Ну, типа...
Ты главное во дворе подмети. О, по очереди, да. Точно. А кто у нас ЖКХ? Дворника надо дать этому. Как его? Корешку, короче. Ну хорошо так подмел. Так, Марс, тебе пояс нужен? Не сильно ли он тебя бахнет, когда туда на продажу пойдет? Сантехник еще можно. До полцены продашь? Тебе надо? На друида, да. Блять, ну друид-то... Ну за полцены же. Давай, давай за 70% продам, сколько стоит эта лука. Он до хера стоит, сразу говорю. Ну, вчера стоил 20 тысяч. Ну 70% это сколько? Так. 14 тысяч. Давай за 12, короче. Продам. Маша 15 уже. Боев продать. А так ты добавь условие, что одевать сразу. Они тогда не будут торговаться. Короче, пишут, что 28 тысяч стоит науки, я тебе за 12 продаю, как и сказал. Выбираешь? Одного тактика фернул. За 12, да. Ну, надо только сразу одеть будет. Тактик по черепу играйте. Все, сейф отдай, Коля. Я заднего тактика череп заморозил. Да за ним был череп. По черепу все играйте. Враска, вон, ты сегодня целую ЦЛК был с нами, тебе надо что-то с ДПСом только поднять как-то. Но Дэна бил, думаю, в мобе. И дальше не пуль... Дальше не пуляйте трэш. Можно через друида пулять, и пулится только тактик. Маша даст внутренний огонь, пойду. По тактику. Внутренний огонь... Сверяй дальше. Внутренний огонь подъемы. Это баф на броню, Саня. Нет, внутренний огонь это... Волшебный? Волшебный. Внутренний огонь это упрестал баф. Ну я забыл. Дупича сразу, а? Сань, ты мне дал печеньку? Нет, дай мне. Маш, вот по вот этому на фул РНЖ, по черепу следующему, иди закинь внутренний огонь. Сразу готовься Коля забирать гриппы. О, там свой. Мавару сотку за смерть дать. Да, кстати, Санечка сдох. Санек. Да, я там это, понял. Да не, меня больше удивляет, как Леня умудрился лутануть РДДшный пилимит. Не, ну когда говорят, отбегать, Леня просто. Леня просто. Тихо, можно я расскажу, пожалуйста, пока это актуально. Леня просто видит цель, не видит препятствий. Как было все. Я просто за этим видел. Летит пельмень, прям в Леню летит. Леня прям по прямой в пельмень летит. Вот как было. И что он сказал? Как водите босса? Вот и он. Нет, я сказал, типа. Причем? Так, блядь, там красная хуйда это вылезла, я ее бил. Вот как водите, так и бил. Вот смотри. По поводу фразы «как водите, так и бил». Сначала он пробежал по колбе, потом лутанул пельмень. Я удивлен, как он вообще выжил. Потому что у меня хп в ноги. Пизданул от колбы, он от нее отлетел под пельмень. Нормально. Он от колбы под пельмень отлетел? Да. Дайте сейф какой-то, сейчас все подохнем здесь. У него там 5 или 6% хп осталось. Я смотрю на это. Не, хотя хуй знает. Не, ну у меня 36 хп осталось еще там с запасом. Ну. На горе там 5 или 6% у тебя оставалось. Да вот, Лёня, но колба не задамажил вам. Да вы все равно тактику бьете. О, поезд хп. Оставляем сейчас. Все отказываемся. Кто спиздит, сразу минус ЕП дам, блин. Я тыкнул до твоих слов. От меня ровно. Так, кто спидит, тот, ну, за сколько я тут... Блять, ну все, ЕП ж определенно. О, я забрал.
сотку и кинул, но сидит. Ой, красота. Слишком хочет, он слишком. Так, а теперь Саня и Вадим, вам же надо этот пояс, да? Мне на СП. Я уже купил, блядь. Нет, это не за покупку. Вы его покупали? Нет, я уже купил его. Можешь мне продать там бабки отдать. 4, по-моему, или 5. Мне не нужно. Санечка, надо? Нет, у меня 60 скары. Ну все тогда про продажу будет. Можешь мне скинуть еще 6000. С пояса хандруида. Ой, с пояса. Чего? Я купил же типа себе на хипала. Да, не для. Блин, да зачем за пуль не можно было? Ничего вы душите, Саня этот Вадим, блин, надо с это до гильдии там, че дела. Да на здоровье, я шучу. Даешь мобу контроль, в него тут же 4 плюхи залетает. Которого даже бить не надо. Бейте тактика. Когда, ну ты же мог давно сам встать и прибежать, а ты лежишь здесь. Сейчас поставим. Косарь хосты нахипали, сделал так приятно стало. И ты мне доказывал, как ты этим хостовым палом играешь. Ну так я камни-то не вставлял. Это обозналок их приятно, когда у тебя 1800 хосты. Ну это мана заканчивается. А я не люблю босса бить бегать. Не заканчивает. Сейчас ставьте кап. Ваня, что ты, кстати, не плюсуешь? Ты же типа как бы можешь зайти? Да, похер. Так, ты с какого босса сидел? Ну я начислю. С какого босса я сидел? Я вот с самого начала РТ сидел, но я не заявился, так что похуй. Заявился с профа. Ладно. Заявился он с профа, да? Окей. Да. Да, нет. Саня, забей там, сам трабл. Да, начислю, по-честному к себе. А лучше сам себе 1000 просто начисли и все. Потом. Все, ставлю рыбу. На двух мобах стоит. Идите за. Чтоб они там подойдите немного. Я подходил. А, подходил? Окей. Пахуан держит череп, звездочку. Коля держит ромбик. Ромбик бьем без АУЕ какого-либо. РТДшники набирают ренджу. Третья пати слева стоит, набирает ренджу. Четвертая пати РТДшников справа. Второе где-нибудь возле сцены освободим. Второе, давайте часть людей слева, часть справа. Хилы тоже рассосчитывать здесь. Первая пачка милишников, убегайте влево на сцену. Вторая пачка вправо на сцену. Третья пачка тоже там вправо на сцену, то есть из миликов. Держите рейнс 12, по-моему, или 10. 8. Сколько там? 10, Михалыч. Короче, рейнс 10. Главное, шаман держать. Элим, в серединку дальше. Вставай, главное. Дальше. Кадама и Евраска на сферах, плюс Локи своих петов тоже на сферах. Все? Готовность. Если готовы, поедем дальше. Гудрейвен, Коля. Саня, нас, когда будет первый вихрь, нажмешь первый ты сейв. Приготовились разбегаться скоро. Разбежались. Нормально. На второй отдаст Пахлаван ты сейв. Если будет. Толдрам, давайте Геру. Пролиется
Под пружинку не подбегайте. Вспоминаю, килищета бьем только точечно. Без АОЕ вообще никакого не должно. Это тестер, пружинка будет, отбегись от него. Там сейчас шипешники отлетят, аккуратно. Играем по килищету только точечно. Милики, которые идут бить, только вот автоатакой бьют. Без своих триник этих. Ну, босса отвели, о, точнее сверки. Ну, Коля, иду красав. Иду сферу. Если Колю мне не потерять. Лёня, смотри, пружинка будет под тобой. Да. Таня, ты следующий сейф отдаешь под вихрь. В Лаванару играем. Ренджу наберите там по возможности уже. Убежали, разбежались. Таня, сейф. Похвалан под вторую отдать. Веду сферку. На сцене бьет кто-то? Кадама, ты приручил черепаху, как я просил, как Ренессанс? У меня нет? Краб есть. Ой, красавчик мой. Разбегались, похован сейф отдай. Да, учитесь, ребят, разбегаться. По толдерам, потому что к хэмке это будет прям сразу смерть, если не будем избегаться. Ну, там буду назначать, кто когда разбегается. Сань, там возле ворот танчим и все милики разбегаются. И разницы нет, что же здесь сфера, это вроде сцены, вот там. Но, ладно, пофиг. Пока не хэмки. Все улетели? Две дески с кладыш выпил. Ни одного осколка. Осколки не показываются. Осколки после квеста. Осколки падают только тогда, когда есть квест на него. Катушка. Все, да я знаю, дайте фигню сказать. Вы там разговаривались. А завтра выпали? Нет. Куда идем? На Валя. Шутка. Да. Эти осколки падают чаще, чем ДС. Да я б не сказал. Ну катушка, конечно. То сейчас будет ЕП сливать. Да, нафиг у него там. Валька и расход, да? Да, Валька и расход. Мне идти надо через 20 минут, я продолжу. Когда мы убьем. Да, хватит. Хватит этот времени. Катушку и пачку сразу поднял. 250 старт. Но? Мавар 3К. 3.5 джанг. Лудрейвен 4. 4 раз. Мавар 5. 5 раз. 5.1. Ой. 5500. Ханты. 5700, да, по хантам всегда играем приоритетом. Это не мой. Катушка хуже, чем софта. Ну не хуже, такая же, как софта. Тесть мавар. Раз. Тесть мавар. Два. Тесть мавар. Три. Покидай сами они. А то у меня 45. Не знаю, надо кому-то это говно. Это, в принципе, если кому-то надо, на моем 100 ИП.
Даже не так, 10 ЕП на мейн, но кому-то надо. Не думаю, что кому-то надо. Давай, Коля, 10 раз, 10, 2. Надо или голова, потому что это, блядь, такое. Голове дырок мало, поэтому и никто не хочет. Но, как голову с этим вообще бессмысленно брать. Ну это чисто на ход на GS. Так всего на отдаю просто так за кристалл пропасти. Дай мне, я для PvP возьму. Ну давай, давай. За кристалл пропасти. Я делал в PvP. Одной мало своей. Для PvP нормально, но с этим возьму, но для PvP. Ладно. Пусть берет. PvP меткость нужна, типа, блядь. Ну там определенная. По черепу все сыграйте, по черепу сыграйте. 5% всего надо. Кидай, Леня, за кристалл пропасти. Ну, камни уберу с меткости просто, да и все. А что у тебя 5 сетовых кусков без понтовой? А что, не надо отнимать? 10. 5 кусков не дают бонус, 4 только дает бонус. Это шмот, а просто рез дает. Руки танковские. Надо кому-нибудь похован, Коля? Перчатки, кистерку. На ОФ 125, руки там под скрин. Ну мне это 4. Лично. Раз на ОФ кому-нибудь. Два. Галя раз. Галя два. Галя три, кидаем. Давайте две эти охотницы сразу не сагрить. Сыграйте по правой, правая уешка. Понесел уже. Нет, одна изгнание кидает, а вторая такое у ее скилл кидает. Физики лох не знаю. А, наоборот, я обосрался. Ну, все нормально, правое изгнание кидает. Пусть милики правую бьют, РДД левую, и все. Не, я хотел, которая ОЕшит, они просто, значит, наоборот стоят. Потому что первые две стоят, которые ОЕшит с... Они рандомно выбираются. Угу. Они читать их не пробовали. Снесла. Может так. Лёня, с тебя кристалл пропасти. По охотнику сыграйте. Можешь потом отдать. Ну, кристалл, блядь, два охотника за это. Будь себе прав. Не, у нас ДПС, кстати, стало намного выше. В прошлого рейда. Более учесть, что не все прям самые дамажащие сегодня есть. Бля, если бы еще Т4 не убрали. Да не убрали. Ну даже у локов в обновленном Т4 где-то на косарь на 2 больше ДПС. Я просто смотрел по этому, по профессору. Мы профессору Ваня. Сегодня вон Вани не было, Ваня тоже хорошо дамажит. Там еще там парочку людей. Да, просто перевели нормально и мало урона сериал. От исполнения еще урон зависит. Ну, Леня красиво на колбу побежал. Я не знаю, видели ли вы. Но он разбил колбы, чтобы другие милики не разбили. Ну да, в принципе, не поспоришь, засейвил. Они разве разбиваются, они же взрываются постоянно. Не, я про колбу говорю. Он разбил колбу, да, и потом пельмени все приходят. Объясни им вразка, они немножко не понимают. Лёня, надо было сказать, что ты специально даже щит успел одеть и прожаться, чтобы выжить, и ещё весь рейд засейвил. От маг урона прожаться? Вообще-то, если щит оденешь и прожмешься, он от всего помогает. Ну, глухая оборона, да, на весь урон сейвит. Если бы я реально бы в дев-стойке был бы, я бы там от силы там 50% получил. Мэри, спекайся, пока комбата нет. А уже поздно. Видите, на ней щита нет почему-то. Вначале всегда щит висит. 50. Вот у меня дополнительный сокет добавится, вообще красота. А мы смотрим 4-й Т-10-2 для красоты. Это Т-4 потом наденешь. Через год. Типа
Она не щита не была? Это она, видимо, сломалась. Её, наверное, терял кто-то со старта. Бать, у меня есть флешка секунда. Кастик. Женька, ВК, у тебя нету хапала? Да с Меликом по хилям больше двух хилов без... ну, бред. Не, это понятно, мы, он просто мы стоял. Мы закилили за 40 стаков, там 4 раза слетали. Так это понятно, я про то, что он стоял, и просто хилил. Чем больше хилов, тем быстрее идут. Не-а. Ты меня не понял. 99% все равно хилят, которые летают. Это понятно, но хапал тоже неплохо на хилил. Ладно, забей. Кого там? Да, краб. Выставай краба в раска своего. Расчехляй крешник. Я на этом больше не был. Просто смотри, играешь по трэшу, будут появляться на луже такие синие на земле, от луж отбегаешь, также будут такие гнилые, типа зомби, эти от зомби тоже отбегают. Все, и играй просто по трэшу. Тебе будут говорить, по какому трэшу приоритетом играть. Юй танчит слева, Пахлан справа. Первая пачка слева бьет в основном, вторая справа, третья слева, четвертая справа. Марухич, Полинор. Марухич слева, Полинор справа, Мавар по центру. Исунем. Мавар слева, точнее, он справа, Дексион там тоже слева. Не хилит, короче, до комбата. А кто хилит? Я и Мелик, короче, хилим. Мелик и этот, и Сацона. Все, идите, пуляйте. Здесь припод можете не пить. Леня, здесь приоритетом заливать таких гулей. Ну, сейчас будем говорить, подавителей. Потом такой скелет-маг, следующий по приоритету. Вот, видишь, бегут вот эти гули. Вот этих гуль сразу беги тупо херач. Кадама, давай левого напуливаешь, чисто что на Юи. Краска правого. На Пахлавана. Вышла свечка, по свечке сыграйте. Юи, прохильте. По черепу поставил, по черепу сыграйте. Там милики от зомби отойдите, который рядом возле черепа. Не взорвался. Также через лево летим. Это самый простой бот, для меня. Только не лутайте урон лишний не будет. А, сейчас повешу, сорян. Тупо, ну, где эта печенька? А вон он стоит, в боссе. А можешь ее отвести немного, а то я не могу ее выбрать. Все, вот так вот, кстати. Сейчас кину усиление магии. Что вот в пет? Что-то не кинул усиление. Скажешь сами, куда Геру дать. Слева свечка. Вообще, может... Лево сыграйте. Оковы быстрее. Можно сбить через оковы. Ваня себе 2000 начислив, короче. Блять. Вот, Леня, приоритетом всегда подавить. Вот эти вот гули, которые идут, это самый высший приоритет. Высший сразу пошел светиться в них. Потом свечка. Свечка справа вышла. Сколько там стаков, Сенка? Еще не забудь, что есть ПС-ка, может тоже там, когда выйдешь, пока... Да ПС-ка хили. Толку не дает. Под нет, только хилить. Похилить немного. Пока Гера не ходит. Гера не стакается с ПС-кой. Я не про это, когда выходит. А. Пока чилит. Пока портал не заходит, попроси ПС-ку просто.
Ну вон, сейчас Вадим хилит. Закинь Вадима на ванну сейчас портал. То есть пока вы не летаете, вот в следующий раз выйдите, попросите ПС-ку. Сейчас уже Гера надо. А, Гера, ну окей. Свечка справа. Скоро и подавление выйдет. Приготовьтесь подвесили и быстро убить, потому что Геру будем скоро давать. Герц будем давать уже сейчас? Давай, давай. Скажите, когда? Давай. Уже, давай, давай. Давай, 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 дайте, нажмите кто-нибудь Геру. Приготовьтесь, скоро подавители выйдут, сразу их слить надо будет. Я крыл. Самый конец. Не успею. Да я с крыльями прослакал. Блять, я забыл их вообще. Падает. Падает шмот. Блять. Ну и говно. Да хоть что-то упадет, это жизнь нормальная. Ну танки одеваются. Танки оденутся зато, это хорошо. Все нормально, выпало. Я упали. Думал, что я как раз метку вон, упала. Вон Коля Лича танчит, ему приоденем. Он Лича подал, а Колю складывал. Сейчас будет немножко лучше. И Паша тоже приоденется. Нормально. Попробовал приодеться. Че, го по бырому синдро убьем, и все, и ро. По бырому. А ты оптимист. Дайте маху долларом. Пошлите хоть, пойдемте трэш. Пойдемте открывать, кстати. Пойдемте, да, трэш, они его почистим. Подождите, тихо. Не будем трэшить, все, вообще заслить. Это сапоги, и потом подписываем. Сапоги танковские, Коля 250, раз. Паша, не будешь ставить сразу, скажи. Да нет. Все, Коля кидай. Шею ему. Дайте долларом. Блин, а я ливнул, вы еще не начисляли, да? Я уже начислил. Вань, ты себе, если что, 2000. Эй, 250. Разбирайтесь там, кто команду выбирает. Ее я, давай 250. Все, давай 250, Коля. Сай, поставь бы долларом. Пиздец, Юи нахуй оделся. Кто-то, короче, салютами хуй написал в долларане.